Теремок ТВ. Привет, ребят, я консули. Люблю с друзьями приключения. Эй, приятель, не усни. Консуни, консуни. Кто там хнычет? Консуни всегда смеется. Кто скучает? Тот узнает очень скоро консуни. Консуни, консуни. Кто такая консуни? Консуни и друзья. Нет ничего лучше, чем снежные дела. Здравствуйте! Есть кто дома? Выходите поиграть! Вот бы снег выпал по-настоящему. Мы бы поиграли в снежки или сделали ангелов на снегу. Может, нужно очень сильно захотеть? Ух ты! Сработало! Я не могу поверить! Заканчивай, Сэм. Не ешь его. Он понадобится, чтобы слепить огромного снеговика. А? Не смеши. А! Нечестно! Эй, лови еще один. А! Ты пожалеешь. А! Не переживай, я помогу. Два против одного? Им там очень весело. Ребята, осторожнее! Совсем не смешно. Сэйо! Кто же слепил там этого снеговика? Смешной! Давайте мы слепим. Да, точно! Пойдемте домой. Думай о теплом, думай о теплом. Но он останется тут совсем один. Давайте заберем его. Не получится. Если мы занесем его в дом, он растает. Ты права. Ева, пора домой. Но, мам, я не хочу домой. Эй, мы можем погулять на улице завтра. Ладно. Класс! Девочки, до скорой встречи! Хорошо! Пока! Не мерзните! Надеюсь, наш снеговик никогда не растает. Можете мне в этом помочь, мистер Снежный Шар? Консуни! Привет! Стоп! Ты говоришь? Конечно, как и ты! Ух ты! Опять ты умеешь? Послушай, Консуни, я пришел к тебе не просто так. Деревня снеговиков, где я живу, нуждается в помощи. Конечно! Чего же мы ждем? Спасибо! Ух ты! Сэйо, ты можешь нас туда перенести? Согласен! Отправляемся все в мир бескрайнего снега! Добро пожаловать в мой город! Ух ты! Такой блестящий! Вот здесь! И вы тут!
Я хотела снова увидеть снеговика. Конечно! Гости! Привет, детки! Вы умеете говорить? Ребята, послушайте, этот дедушка самый старый снеговик в деревне. Правда, дедушка Снег? Ну, в сердце я еще молодой. А это наш шеф. Они меня так зовут из-за красного носа и из помидора. Ух ты, я потрогаю? Нет, это же шутка, не ешьте меня. О, простите. С дороги! Если есть ноги, кататься проще. Привет! Чудо в снежной деревне! Ух ты! Это мой сон? Это огненный дракон! Нам нужно спрятаться. Давайте все за мной. А, он тут все растопит! Ты думаешь? Давайте попросим его так не делать. Мы пытались, он не послушал. Дракон хочет уничтожить деревню снеговиков. И теперь все, что мы можем, это убежать. Хочу, чтобы он улетел. Не сдавайтесь! Мы вам в этом поможем! Точно! Ребята, нужно найти способ остановить задиру! Да! У меня есть идея! Давайте начнем битву с снежками! Да! Но все, ребята, мы попались! Приготовились, заряжай! Снежки! Эй! Вот он! Большой снежок для большого дракона! Ребята, давайте поможем его поднять! Хорошая командная работа. Ребята, скорее! Прячемся! Все так плохо! Он слишком сильный. К сожалению, я сомневаюсь, что мы сможем победить его без посторонней помощи. Единственное, что нас спасет, это снегопад. Но, как видите, на небе не облачко. Должен же быть способ это изменить. О, стойте! У меня кое-что есть. Если не сдаваться, то всегда можно найти выход. Снежный шар? А он волшебный? Конечно же! Сейчас покажу. Помогите нам, я так на вас рассчитываю. Мое желание — снегопад. Спасибо, мистер Снежный Шар. Он улетает!
Даже не знаю, как тебя благодарить. Ты наш герой. Деревня спасена благодаря тебе. Всегда пожалуйста. Вы самые классные снеговики, которых я спасала от дракона. Да, я тоже. Согласна. Надеюсь, снегопад понравился всем. Нам-то точно. Идеальный для катания на лыжах. Ой. Как мило! Идеально! Санте понравится. Он будет рад узнать, что ты помогла нарядить елку. Интересно, Консуни была хорошей девочкой? Папа, я не обижала Хлою, когда она была противной. Я всегда вам помогала и каждый день делала домашние задания. Хорошо, верю. А, вот он, повесь-ка. Это часть традиции. Носок! Да, готово! Какая красивая! Стойте, а звезда? Не ешь ее! Полегче. Хлоя, будь осторожнее. Нет. Держи. Хорошо. Нужно закончить, пока Санта не пришел. Пси-дупси. Мы закончили! Ура! Санте понравится. Если не застрянет в дымоходе. Закрой глаза и посчитай овец, быстро заснешь. Интересно, что Санта мне подарит? Вот завтра и узнаешь. Кто здесь? Я! Поехали на Северный полюс! Что? Северный полюс? Пожалуйста! А зачем ты хочешь туда попасть? Потому что ему нужна помощь. Сегодня Санта должен навестить 7 миллиардов людей. Если мы отправимся на Северный полюс, ему не придется ехать к нам. Меньше будет работы. Так мы очень ему поможем. Меня не обмануть. Хочешь поскорее получить свой подарок, да? Сэйя, давай. Хорошо, вперед! Мы летим на Северный полюс! Поехали! Ты в порядке? Мастерская Санты! Значит, мой подарок где-то там! Подожди меня! Санта-Клаус? Рудольф? Кто-нибудь есть? Ой. Ух ты! Что это? Приветствую. Оно говорит! Добро пожаловать! Я помощник Санты, робот, который знает, кто был хорошим. Ты все знаешь? Все, кто получит подарки в этом году, а кто не получит. Ух ты! Здорово! Пожалуйста, назовите имя. Что, любое имя? Ладно, Сэм. Принято. Загружаю. Подождите.
процесс завершен. Сэм хороший. Ого! Он был хорошим мальчиком в этом году. Как же здорово! А моя подруга Ева? Принято. Загружаю. Подождите. Спасибо. Готово. Ева хорошая. Ух ты! Гип-гип, ура! А как же я, Консуни? Загружаю Консуни. Подождите. Готово. Без подарка. Нужно одно хорошее дело. Консуни, все еще есть время на хорошее дело. И что я должна сделать? Нужно поспешить, доброе дело совершить. Ты должна сделать доброе дело, пока еще не поздно. У тебя мало времени. До отъезда Санты остался всего лишь час. Ладно, это же легко. Сделай что-то хорошее, и это попадет в записи Санты. Ну что? Убери в его кабинете. Да, наверное, там беспорядок. У меня бы так и было, если бы мне нужно было подготовить столько подарков. Точно, чего же ты ждешь? Пойдем. Тут не беспорядок, а порядок. Проверь. Может быть, остались крошки от печенья? Сэя, у меня идея. Хорошая. Видишь те письма? Разбросай их. Стоп, что? Уборка, это же доброе дело. Минуточку, но так не совсем честно. Уверена, Санта слишком занят, чтобы проверять, нарочно ты так сделал или нет. Ну, не знаю. Уговорила. Письма, улетайте. Ой-ой, посмотри, как я тут все разбросал. И кто мне поможет все это убрать? Не волнуйся, Сэйо, я сейчас их быстро соберу. Это так мило с моей стороны. Молодец, думаю, сработало. Готово! Мы заслужили большой подарок! Огромный! Просто веди себя естественно. Мистер Робот, я есть в списке? Сканирую, загружаю. Ожидайте. Завершено. Подарка нет. Спасибо. До свидания. О, как это робот узнал? Говорил же, Санта видит все, что мы делаем. Осталось полчаса. О нет. О нет. Эй, спокойно. Попробуем еще. Хорошо. Ой, стой! Смотри, чего-то не хватает. Где украшения? Они все лежат здесь. Эй, Консуни, у меня идея. Давай украсим эту елку. Это же доброе дело. Эльфы Санты были заняты и не успели ее украсить. Если мы сейчас украсим елку, то Санта это заметит. Да, конечно. Ёлочку красавицу мы будем украшать. Потихонечку шарики, сладости, яркие бантики. Ёлочка, гори! Можете, ребята, мне тоже помогать. Мы любим ёлочку нашу наряжать. Веточки красивые, как звёздочки блестят. Все увидеть ёлочку красивую хотят. О, красота! Как приятно!
приятно елочку нашу украшать. Вот и колокольчик здесь один, там другой. Будет наша елочка волшебная сиять. Мы поспешим, ведь очень скоро Рождество. Все должны успеть закончить добрые дела. Любим мы елочку нашу наряжать. Яркие, яркие шарики блестят. Привет, Консуни! Привет, Сею! Мишуру повесили? Как же было весело! Все следим за нашим Сею, поздравляем с Рождеством! Вот и готово! Ёлочка! Готово! Эй, Консуни, мы забыли звезду! Ее нет! Нельзя оставить ель без звезды, иначе мне не засчитается доброе дело! Не переживай, у нас еще есть время! Я помогу ее найти! Помощники Санты! Сэйо, смотри! Думаю, это сани Санта-Клауса! Точно! Эльфы почти все закончили! Это худшее, что могло случиться! Я не успею закончить дело перед отъездом Санты! Это конец. Давай вернемся домой. Не сдавайся. У нас есть время. Хорошо. Давай искать пропавшую звезду. Ну, где ты? Тут нет. Направо или налево? Налево! Почему тут так много ступенек? Сдавайся! Хорошо! Нет! Сэйо, я ее не нашла! Найдешь! Ужасный поиск сокровищ! Ну все, последнее место. Я нашла! Лежала на виду! Эй, поздравляю, детектив Консуни! Пойдем! Какой кошмар! Ужасно! Невероятно ужасно! Опаздываю! Подарки! Подарки падают! Нет! Подарки еще больше шатаются! Я теряю контроль! Не вижу, куда идти! Ай-яй-яй! Тревога! 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 Вы прошли дверь! Помоги мне! Мне нужно отнести подарки в сани, иначе дети не получат их аж до следующего года. Что? Правда? Ага, понимаешь, ты моя единственная надежда. Ну, не знаю, мне нужно к елке. Я прошу тебя, пожалуйста. Если я не успею положить эти подарки в сани, то некоторые дети с утра останутся без них. Консуни, нет времени. Что за елка без звезды? Так сложно. Ладно, я помогу тебе перенести подарки.
Спасибо, спасительница! Эй, Консуни, а как же звезда? А как же хорошие детки? Утром они будут искать подарки. Да, она права. Нам пора идти! Консуни, я помогу! Это гонка со временем! Хо-хо-хо! Какая красивая ночь! Хо-хо-хо! Рудольф, поехали! Санта, придержи коней! То есть оленей! Подарок Санты! Ты чуть не забыл эти подарки. Хо-хо-хо, спасибо. Ну что ж, пора на взлет. Что такое? Ты чего? Сэйо, мы не успели. Я, казалось, сделала много добрых дел. Сделано не все, время истекло. Я еще надеюсь, что под елкой ждет сюрприз. Санта, я тебя прошу, пойми, прости и не сердись. Что поделать я смогу, ведь полночь на пороге. Хочешь мишку забери? Тогда приготовить сюрприз. Я хочу, чтоб ты узнал, я старалась, как могла. Обещаю, Санта, стану лучше. Я подвела тебя, Санта. Сначала я пришла ради подарка, но потом правда хотела помочь. Прости, я лишь хотела повесить звездочку на елку, но даже с этим не справилась. Консуни, не плачь. О, ты знаешь мое имя? Хо-хо-хо, конечно, я же Санта. Какой из меня Санта, если бы я не знал? А теперь давай-ка мы еще разок пойдем и проверим твои хорошие поступки. Пойдем и проверим. Почему-то у меня хорошее предчувствие. Просыпайся! Консуни пришла! Проверишь ее? Сканирую. Загрузка. Ожидайте. Готово. Консуни хорошая. Мне кажется, робот сломался и ошибся. Хо-хо-хо-хо! Ты так думаешь из-за елки? Это не важно. Ты же украсила ее и помогла эльфам с подарками.
ты пожертвовала своим подарком и помогла. Это и определяет хороший поступок. Хо-хо-хо-хо! Правда? О, ты посмотри. Вот, вручаю тебе подарок. Ого! Спасибо! Встреча с тобой – лучший подарок! Хо-хо-хо! Нам пора ехать! Но! Хо-хо! Счастливых праздников! Хо-хо-хо! Ух ты! Это был не сон! А это откуда? Большое спасибо, Санта!